Пожалуй, только поддержка сына позволила Ирине не сойти с ума. Признается, во время конкурса волновалась невероятно. Девушка рисковала и вовсе не попасть в финал. Ей не хватило нескольких десятых балла, чтобы войти в шестерку лучших. Но затем одна из медсестер от участия отказалась, и ее место в состязании заняла Ирина. Давай посмотрим в окошко, кто там бежит, киски, собачки, посчитаем, птичек половим и все в таком духе. На таком языке Ирина обычно говорит со своими пациентами, ведь большинству из них нет и 4 лет. За время работы в детской поликлинике девушка научилась отвлекать малышей, когда им, к примеру, приходится делать укол. Проводить эту процедуру медсестре пришлось и сегодня прямо на сцене, орудуя одной рукой, будучи связанной с коллегой одним медицинским халатом. Прививайся, взрослый, прививайся, школьник, прививайся ты, любой рядовой работник. Прививайся, взрослый, прививайся, школьник, прививайся ты, любой рядовой работник. Конкурс профмастерства среди медсестер в самом разгаре. За сценой суета, участницы проверяют самодельные декорации, туда-сюда снуют сказочные персонажи, музыканты. Идет подготовка к последнему состязанию. Во время творческого конкурса в необычной форме девушкам нужно рассказать о себе, например, о том, что вдохновило их пойти в медицину. Моя мама очень долгое время работала в областной больнице номер 1. Очень часто я к ней приходила на работу, видела, как она работает, какие манипуляции она выполняет, как общаться с пациентами. Мне это очень нравилось. И поэтому свой путь я выбрала именно медсестрой благодаря ей. Мне нравилась обстановка, мне нравились белые халаты. Все нравилось. Сейчас Елена работает в тубдиспансере. Ей приходится часто смотреть в глаза тяжело больных, вселять в них надежду. А когда пациенты приходят с благодарностями, волокжанка чувствует себя лучшей медсестрой без любых конкурсов. Сегодня Елена заняла 3-е место. Она получит диплом губернатора и 10 тысяч рублей премии. 2-е место досталось Ирине. Лауреатом конкурса же стала Нина Дурягина из Кичминского городка. Целью этого конкурса является повышение престижа медицинской профессии, в частности, профессии медицинской сестры. Как вы знаете, медицинская сестра, она встречает на входе пациента, она большую часть своего времени, даже больше, чем врач, общается с пациентом, и поэтому мы хотели бы, чтобы вот эта профессия, она была более уважаемая, более почетная и так далее. Уже завтра участницы конкурса снова продолжат привычную работу. Но 3 финалисткам еще предстоит церемония награждения. Она по традиции пройдет летом, в день медицинского работника. Ольга Амелина, Николай Замараев. Специально для программы «Новости».